3 ноября в Золотом зале состоялась встреча группы «Аккорд» с поклонниками. Ребята общались со своими фанатами и продавали билеты на концерт-презентацию своего первого альбома, который состоится 4 декабря. Два Игоря и один Виктор рассказали нам о том, каким будет новый диск. Ну, альбом дебютный у нас состоит из 11 песен. Наши многоожидаемые песни, которые мы их сочинили, плюс три песни как бонус, как подарочные. Презентация альбома не единственный декабрьский праздник коллектива. «Аккорд» также отметит свое 2-летие. Как ребята собираются праздновать день рождения? Мы втроем. Свечки. Романтика. Не, ну конечно, как мы будем праздновать втроем? Я думаю, что только втроем мы не будем праздновать, потому что... Ты самое главное не сказал, потому что будет после концерта будет банкет. Попасть на праздник группе, несомненно, хотят все поклонники их творчества. Но еще в самом начале мероприятия ребята признались, что не боятся разъяренных фанатов. Да, ну все нормально, пока все идет по очереди так. Ну, мало ли что, ну, здесь есть охрана, все нормально, под нас присматривают. Довольных поклонниц поили чаем и кофе и угощали конфетами, а ребята с удовольствием расписывались на плакатах и дарили девушкам цветы. Суть нашей встречи даже не это продажа билетов, как вот почувствовать поддержку наших слушателей, наших, может быть, фанатов, которые нас слушают, которые нас любят. О том, как сильно группу «Аккорд» любят поклонницы коллектива, девушки рассказали сами. Все, чтобы я здесь чепти. Credeu că CD-ul ăsta și evenimentul de astăzi va fi unul pe măsura așteptărilor noastre. А чего ждут поклонницы от предстоящего концерта? Aștept să fie un concert extraordinar, frumos. Din câte am înțeles, o să fie multe surprize. Конечно, увидеть группу «Аккорд», услышать их песни и просто полюбоваться ребятами. Sper să fie un show pe de excepție. Sper să mă distrez bine alături de ei.